Я прошу на сцену всех участниц сегодняшнего финала. Ну что, друзья, настал момент истины. Я приглашаю на сцену главного редактора журнала «Максим» Александра Маленкова и редакционного директора журнала «Максим» Илью Безуглова. Александр и Илья, именно эти два человека озвучат имя победительницы. Быстро подсчитали все медали, которые наше досточтимое жюри так щедро раздало нашим участникам, и у нас уже есть результат. Итак, у нас три приза. У нас есть специальный приз. Поездка на двоих в самый роскошный дизайнерский отель Турецкого Средиземноморья. Третье место у нас Катя. Катя получает у нас поездку на 7 дней. Катя с любимым отправится туда. Катя, поздравляю, вы прекрасны. Серебро этого сезона, или даже лучше сказать, вице-мисс Максим 2008, становится Юля Драгунова. Она получает часы. Итак, друзья, Magic of Moment. Давайте уберем музыку. Это должно звучать в звенящей тишине перед тем, как мы с вами взорвемся ликованием, узнав победительницу конкурса «Мисс Максим 2008». Александр, вам слово. Для вручения торжественной ленты и ключей от автомобиля на сцену приглашается «Мисс Максим 2007» Татьяна Андрияш. А я с гордостью и трепетом должен объявить, что по итогам конкурса «Мисс Максим 2008» победительной становится Евгения Неронская. Евгения, браво! «Мисс Максим 2008». Будьте добры, ключи от автомобиля. Вот они, ключи от автомобиля. Ну? И машина ваша. Some noise. It's winner Максим 2008. Браво! Все это для вас. Машина ваша и звание «Мисс Максим 2008» тоже ваше. Спасибо, друзья, я на этом прощаюсь, но на этом ничего не заканчивается. Я передаю свое правление Вадиму Галыгину. Королева Мария Океанов, звезда в оправе и без оправы. В большом смысле звезда, обворожительная, сексуальная, пожирающая всех на своем пути. Жанна Фриске! Добрый вечер всем. Ну что же, я поздравляю вас. Мужчины, я поздравляю вас в особенности, потому что они... Я уверена, что получили сегодня огромное удовольствие. И я думаю, что они получают ровно такое же удовольствие каждый раз, когда открывают журнал «Максим». Ну что же, эта песня небольшая.